Родители маленьких сургутян сообщили в соцсетях о проблеме на новой площадке ботаника в парке за Саймой. По их словам, малыши, катаясь с двух горок на так называемом вигваме, пробили резиновое покрытие прямо под скатами. Наша съемочная группа убедилась в этом. Гуляющий с ребенком горожанин подтвердил, что аттракцион опасен и порекомендовал использовать для спуска ватрушки. Каждый раз проходим, каждый раз и там, и тут она ямочка. Недели две, наверное, точно есть это. Один с поясницей ушел ребенок, здесь девочка вчера. А вот постоянно играют дети, постоянно именно в ту же яму попадается. Ни влево, ни вправо, именно яму попадается. Как нам пояснил руководитель подрядной организации, строившей площадку, резиновое покрытие предусмотрено проектом и соответствовало технологии и требованиям, предъявляемым к детским игровым комплексам. Андрей Матыцин добавил, что, по его мнению, причина дефекта либо в неверных проектных решениях, либо в ошибках при монтаже покрытия. Компания, которой специалисты занимались монтажом покрытия, достаточно опытная. Много таких площадок выполнено, в принципе, ну, как бы таких проблем вроде нигде не возникало. Сейчас временно принято решение, что в эти ямки будет уложена плотная резина, и ну, до весеннего периода эта проблема будет устранена таким вот временным способом. А весной уже, ну, в рамках гарантийных обязательств наша компания устранит все дефекты.